Жду команды. А я еще частоту не выставил на ДПРМ, ВПРМ.
155-й, выруливаю. 155, понял. Выходим в наблюдателя, да? Ноль, Таймыр. Да, выходим. Да. На полосу 2-2. Юр, надо программу тебе установить. Какую программу? Да не тебе, я Юре говорю. По-другому ты никак не услышишь. Занимай заново борт и настраивай все. Как настроишь, запрашивай запуск. Сто пятьдесят пять на взлетную. Сто пятьдесят пять, понял, вторая, три. А какой борт занимать? Первый, также первый. Что-то не получается. Ноль, Таймыр. А ты сейчас попробуй еще раз. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7, 6, 3, 3, 1. Ноль, Таймыр. Разрешаю руление. Нет, на не полосу 2-2. Появился. 155 взлет. Мне дай добро. Захожу. 155, понял. Зашел. Добро мне дай. Настраивайся. Запрещаю. 155 на первом, 300. Таймыр. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 155, 7, понял. 6, 3, запятая 3, 1. Ну что, ждем? Аккумулятор, двигатель, преобразователь 1-2, РТЛ. Что? Потише говори, пожалуйста, еще раз повторим. Ну, я в ТС, потому что тоже говорю. Сейчас отключусь.
Ноль. Взлет запрещаю. Ноль. Таймыр. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7, 6, 3, 3, 1. Выбрался меня прицелом 155 во второй 3000 155 понял и меня выкинул че сервак он кстати опять не снимался со стопа руки. Может, я что-то не то делаю? Алекс. Алекс. Сервак работает. А что, меня выкинул? Да, да, сервак работает. Наверное, тебя, Руслан, выкинул, ты меня выкинул. По-любому. Еще раз попробуем. Еще раз попробуй, зайти. Ну что да, же, Лёш? Ну он опять мне что-то на поле не... Пробуй, на... выбери. Наверное, какие-то проблемы у меня с ингом. Потому что я по полю игрок, вот где щелкаю, и он не появляется. Да ты у меня запрашиваешь, отключи свой окулус. Я войти не могу, да что за хреновина? Надо игру перезапустить.
Мне перезапустить. Тебе-то зачем? У меня проблемы. А я тоже не могу построить поле игрок. Меня также не выбирает самолеты, я не могу попасть. Я, наверное, тоже перезагрузил. Меня слышно? К ТС-ке слышно. Ну, тут только ТС, потому что самолет не могу попасть. Сейчас у тебя удалось войти? Да, сейчас нормально. Там подозрение на СРС было, потому что ее выкинуло. Я когда потом на рабочий стол посмотрел, ее уже не было. Я в кабине. Ну, настраивай там быстро все. Сейчас зайду.
У тебя опять разрешение идет ко мне в кабину. Перезапускай игру, это твой Oculus все косипорит. Не дает он во вторую кабину зайти. Какая вторая кабина? Перезапускай игру. Говорю, перезапускай игру. Не получается в поле игрока попасть. Перезапусти игру. Во вторую кабину прыгать не будешь. В первую прыгнешь, но он другой борт. Я скажу на какой. Ты игру перезапускаешь? Я вышел, зашел. Бесполезно. Из игры полностью выйди, пожалуйста. И заново игру запусти. Я же сказал, перезапусти игру, а не сервер. Почему-то какая-то получается ошибка, и или я что-то не так делаю. Перезапусти игру. Да, уже перезапустил, подключаюсь к серверу. Подключился к серверу, все равно то же самое не дает. А вот на первого пилота дает заходить на первую кабину. Прыгай на первую кабину, я тебе сказал, на вторую не будешь прыгать. На первую кабину прыгай, занимай борт, настраивай частоты, настраивай быстрее. Все, настраивай и полетели. Все, мы уже два круга вылетело у нас из задания. Вот сейчас кнопка работает со стопа на малый газ. Я тебе сказал, игру перезапусти, у тебя все ошибки выйдут. Что вы строите велосипед заново? Выключил, запустил заново. В чем сложность? Потому что эта ошибка повторяется, что-то не то. Лаганула игру и все, и у тебя косяк пошел. Еще какие вопросы могут быть? Поставь на малый газ сразу его. Поставил.
Включаем остальные АЗС, да? Не разговаривай в ТС, разговаривай в игре. Да, все, включай. Юра, что хотел? Пропиши в ТС, потом прочту. Таймыр. Запуск разрешаю. Заруливайте на стоянку. Сто пятьдесят пятый из второй на маяк 3000. Сто пятьдесят пять, понял, 900. Ноль. Таймыр. Запуск разрешаю.
0. Таймыр. Запуск разрешаю. Сто пятьдесят пять, понял, маяк 600. Сто пятьдесят пять, понял.
55 на первом 600. 155, понял. Сто пятьдесят пять травишь 600. Сто пятьдесят пять, понял.
155 на втором 600. 155, понял. Сто 55 на посадочном шасси, механизацию выпустил. Сто 55 прям. Сто 55 дальних посадки готов. 155, понял.
Выходите на стоянку. Освободим. Таймыр. Разрешаю руление на полосу 2-2. Взлет запрещаю. Ноль. Таймыр. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7, 6, 3, 3, 1.
150 меня выше до сервера. Перезайду. Подключить питание. Принял. Командир, наземное электропитание подключено.